от родного или чужого, тебе этот нож в спину войдет. В жизни две полосы, и они обе твои. Бывает закат и бывает рассвет. Но в каждой дыре, если есть вход, значит есть выход. На каждый вопрос есть свой ответ. Все говорят, что хорошо там, где нас нет. Ну а жизнь как монета портрет. Каждая семья полна секретов, как дремучий лес. Не знаешь замес, пока вовнутрь не залез. Бывает смотришь на рядом с тобой, мимо проходящих обычных людей. Идет вроде нормальная пара, держит друг друга за ручку, а рядом с ними двое детей. В этой семье муж как добычик, работает в банке. Жена дома при делах, нет времени думать о грусть. Вроде все нормально в этой семье, но если только вовнутрь не заглянуть. Жена встанет пораньше всем завтра, детям с утра для школы портфель соберет. Мужу брюки с рубашки надо погладить, в общем целый день по дому хозяйство ведет. А муж в своем банке, секретарша там ему, коньячок и чаи подает. Налаченник суши на барбершоп, этот чувак двухличную жизнь ведет. Он дарит цветы секретарше, а не жене. У него своя жизнь, он на двухличной волне. Это жестокий и непонятный круговорот, но все могло быть совсем наоборот. Это жестокая жизнь и далеко не игра, ожидает нее любой поворот. Никогда не знаешь, от родного или чужого, тебе этот нож в спину войдет. В жизни две полосы, и они обе твои. Бывает закат и бывает рассвет. Но в каждой дыре, если есть вход, значит есть выход. На каждый вопрос есть свой ответ. Вроде все ништяк, город огней, небоскребы, разводные мосты. Но оглянись вокруг тебя, в этой жизни каждый второй живет во лжи. Это жестокий и непонятный круговорот. Допустим, что в этой селе совсем наоборот. Муж наглажен и без завтрака, и так он каждый день на свою работу идет. Сидит в своем банке на паранойе, ждет, когда накроет его закон. Все вокруг в шоколаде и в ажуре, ведь если что, так срок получит он. После работы сам сделает шаги, затем сам детей домой заберет. От жены ничего не дождешься, в этой семье он за себя и за хозяйку живет. А жена в это время в женский салон, маникюр, педикюр, массаж, причесон. Вся из себя ухажера миллион, от такой жены не дождешься куриный бульон. Ведь все, что мы видим, это пейзаж, это сюжет обычных обманчивых идей. Идет муж с женой, держит друг друга за руку.